Почему пираты носили попугая на плече? Сидящий на плече капитана попугай – литературная задумка знаменитого писателя Роберта Льюиса Стивенсона. У прочитавших его людей начал формироваться образ пиратского капитана и стереотипы по поводу его команды. На самом деле пираты торговали экзотическими животными и птицами, которые охотно покупали представители богатого европейского сословия. Все те мартышки и попугаи, что везлись на пиратских кораблях, отнюдь не были домашним питомцем капитана. Все они были всего лишь навсего товаром, за который каперы надеялись получить денежные средства. Теперь ты знаешь.